Чебоксары претендуют на звание столицы детского туризма. Заявку на конкурс подали 18 городов. Результаты будут объявлены 1 июня, Международный день защиты детей. Конкурс стартовал 1 апреля. Принять участие могли любые российские города, без учета количества проживающих в них жителей и административного статуса. Кроме Чебоксар, сейчас на звание столицы детского туризма претендуют Самара, Уфа, Москва, Йошкар-Ола и другие.